Ребят, по мнению членов жюри, вы сейчас это слышали, ну и тогда, на прошлой игре, вы слышали не только членов жюри, а оценки, по общему мнению и по аплодисментам зрительского зала, вы знали, что вы одни из лидеров после прошлой игры. Удержать этот статус сложно, а вот превзойти самих себя еще сложнее. Ну, вы же в сказке, нет ничего невозможного. Так что, кого будете благодарить? Знову ж таки, хочемо подякувати управлінню у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталію Ліпському, а також мережі автозаправних станцій «Автотранс». Дякуємо. І, звісно, глядачам, які зараз нас дивляться. Віталій, я думаю, вам дуже приємно, що вас благодарить гном. Удачі вам, ребята. Порвіть зал. Вже половину століття в Середземлі царить мир і покой. Гноми опять вернулись в подземелье і шурують уголь за границю. Армии орков были разбиты, но они все равно сумели пролезть в правительство. Экс-король Гондора сейчас сидит в Мордоре, но утверждает, что он до сих пор легитимный. Вы спросите, а как же хоббиты? А что про них рассказывать? Лучше посмотреть. Между прочим, вот так вот выглядят хоббиты. Ну чё, здорово, чё не спишь? А ну-ка давай ложись спать. Дедушка, скажи, пожалуйста, а ты хорошо спишь? Отлично. И тебе ни капельки не страшно? Абсолютно. А можно теперь я на втором ярусе посплю? Ну ладно, ложись, чего уж. Дедушка, а ты ничего не забыл? А что? А, сказка, сказка, конечно, сказка. Дедушка, я что, на лоха похож? Ты мне стольник торчишь. А давай так, сказка и полтос. Да давай уже. Ну и хорошо. Я расскажу тебе историю о храбром братстве кольца, которое спасло все Средиземье. За мной, друзья мои! Вперед! Дедушка, да вся Хоббитания смотрела этот фильм. Да? Ну, я хотел тебе рассказать не совсем обычную сказку, с такими подробностями, о которых никто не знает. Ну, давай. Хорошо. Это сказка о том, как один маленький герой, которого никто не знал, не попал в кадр. Подождите! Так, да, было время, когда я был молод и трезво, резв. Я отстал! В этом походе меня уважали, со мной советовались и постоянно слушались моего мнения. Да ты задолбал уже, а? Ну какой от тебя толк? Короче, вот кольцо, будешь его нести. Только ни в коем случае не вздумай его надевать. А что будет? Так я не понял, а что он не исчез? Дедушка, дедушка, реально, а что бы не исчез? По легенде, все, кто надевает кольцо, становятся невидимыми. Ну, понимаешь, существует небольшой весовой барьер. Ну, неважно, смотрим дальше. Обалдеть! Теперь кольцо всевластия несет овал беспомощности. Моя голова! По-моему, это Саурон! А по-моему, это самогон! Гномы не пьянеют, гномы не пьянеют. Так, друзья, нам не стоит отвлекаться. Нам осталось пройти темный лес и победить... Голод! Кстати, Гендальф, давно не ели. Ладно, я же волшебник. Вильное дупло замовляйте, будь ласка. Так, мне, пожалуйста, картошку по-эльфийски. Хоббит Макнаггетс. И единорол. Пирожок, брат, и будете? Пирожки, да. Обожаю их пирожки. Воу-воу-воу, Гендальф, слушай, а с чем эти пирожки, что тебя так колбасит? Шукай в телефоне не след. Тело, но мою вы. Я знаю, но
дай мне! Ну? И шо? Деда. Сейчас. Фигня какая-то! Гербас! Деда! Дедушка! Перестань, вспомнил! Ну, давай, рассказывай, что так ты знаешь. Так, что было, значит, так, это закладочка. И зашли они в темный лес, и наступила темная ночь. Так, тихо, друзья. Здесь водятся темные эльфы. Опа! Патричко! Я знаю, что делать. Давай семки. Теперь у нас полчаса в запасе. Дедушка, а что это за такие темные эльфы? Темные эльфы жили в темном лесу, зато правила ими прекрасная, утонченная королева эльфов. Йоу! Вы кто такие? Мы Братство Кольца. Ты пропустишь нас, Великая Королева? Мне 375 лет. В таком возрасте женщина мужчину не пропустит. Стража! Труби в рог Гондора! Мы в засаду! Взять их! Господи, нужен телефон! Нужно быстрее! Удалить из друзей. Гэндальф, гном, эльф. Деда! Ну заснул дедушка! Устал я, может, а ты спать уже пойдешь? Ну давай, рассказывай, что там было дальше с кольцом? Что было дальше с кольцом? И стояли они на краю огнедышащей пропасти. А ты? А я чуть дальше. Ну вот мы и на месте. Давай золотое кольцо. Да не то кольцо! Всевластия! Беда! Подожди, получается, кольцо не будет уничтожено и добро не победит зло? Выход есть! Я сделаю это сам! Прощайте, друзья! А давай скажем, что это ты кольцо сбросил. Боже, как тут жарко! Дедушка, так получается, это ты уничтожил кольцо? Получается, да. И что, зло теперь тоже уничтожено? Да нет, со злом небольшая заминочка. Телефончик есть у тебя? Да. Помнишь око Мордора? Оно. Вот, теперь отдаляем. Вот это зло, знаете ли, осталось. А как его уничтожить, не знает никто. Друзья,
Что мы хотели сказать нашим выступлением? Неважно, как в жизни сложится история... Воу-воу, секундочку. Дайте мне наедине с собой побыть, что ли. Сергей. Сергей Анатольевич. Серега, а может, ты мне на будущее дашь какой-нибудь совет? А вот представьте теперь, что вы встретили себя маленького. Вы знаете, какой совет себе дать? Но у нас же Лига смеха. В 2015 году будешь сидеть в жюри на Лиге смеха. Выбирай Манхэттен. Не ошибешься! We'll be right back.